Теремок ТВ. Ну-ка посмотрим, кому там посылки. Поставим машинки, ботинки, смешинки. Поэму Сержа услышит весь мир. Улетная доставка? Нужна поставка. Да, да, хорошо, к вечеру нормально. Посылка от ледника. Осторожней с ней. Кто знает, что там внутри? Ой, не маленькие. О, мир, ты готов мой услышать рассказ? Его расскажу я. Малышок, малышок, расскажи-ка нам стишок. О, нет, опять это гипнопоэзия. О, мир, ты готов мой услышать рассказ? Его расскажу я 700 000 раз. Отопи! Капитан Уточка, обозори Моку! Отопи! Что? Он тоже открыл красную посылку? 700 000 раз расскажу я рассказ. А может быть, даже еще 1000 раз. Гениально! Посылка для обсерватории Розы с распаковкой. Ты что такое? О, мир, ты готов, мой... Фу, Пуэн! О, мой мир, о, мой мир! Что вы нам принесли? Это нашествие! Нашествие поэтов! Общий сбор! Общий сбор! Улетная доставка помогла Сержу! Ура! Захватить мир! Значит, сегодня можно уйти пораньше? Спокойно! Все можно исправить! Я объявляю ситуацию 5-0-4! 5-0-4? Репетий! Да, полный возврат! Пакуем ледничков в посылки, относим назад к Сержу. Вопрос: как избежать гипноза? Смотрите, Серж мне отправил игрушку. Мне нравится, освежает. На него не действует. Вау, освежал. Вау, получал. Вау, опрыскивал. Он тоже плохой поэт. Мы должны стать как он. Мона, сделаешь вал-коктейль? Мне нужна его вещь. Вал, лучший курьер. Вал потерял. Я лучший курьер и плохой поэт. Нет уж, я лучший курьер. Но нет, лучше я. Ми-перекопир. Я лучший. Стоп, коктейль подействовал. За работу. О, мои милые леднички, не думал, что буду по вам так скучать. Драгоценные. Спасибо улетной доставке. Сейчас мы устроим поэтический вечер. Все приглашены. Ура!
пора утекать. О, ты готов мой услышать рассказ? Его расскажу я